Кушайте, кушайте. Друзья мои, всем здравствуйте, всем доброго утра. Наши кукурузники завтракают. На завтрак им, значит, размешал творожок с кефирчиком. И давай, 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 кушаем. Ой, где мамина зяенька? Где мамина зяенька? Вот мамина зяенька. Вот такие мамины зяеньки, вот такие мамины зяеньки. Ой, ой, боже мой, ой, боже мой. Колеси. Хорошенькие три девочки остались у зефирки. Остальные разлетелись по новым домам, по новым семьям. Ну иду, иду сейчас. Ой, кто у нас самый голодный? Боцман самый голодный. Люся, а ты боцман голодный? Сейчас иду, иду. Ой, 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 ой. Ой, боцман какой. Как он возмущается. Сейчас боцман, надо же зефирку тоже показать. Ее малыши, ты все внимание хочешь к себе. Раз ты такой толстенький, то что, все должны на тебя смотреть? Вот у нас же есть еще кукурузники. Вот такие зефирка и мармеладки. Ага, сиськи. Мамка уже все, не кормит уже, да. Закончилось молочко. Давайте покушать, иди полезненько. Ну ладно, пойду к этому боцману. А то у меня самого съест. А, сиськи тянется, взгляньте. Ну давай, кушайте. Да. Да, полезный завтрак. Ну, как вы хотели. С утра полезный завтрак. Да, только кефирчик с творожком. Да, боцман, ты посмотри на себя, ты уже такой толстопопый. Ага. Давай, полезный завтрак. Вот так. Кустика, там кальций. Нам сейчас всем кальций нужны. Так что и в творожке, в кефирчике, везде кальций, везде то, что нужно для бодрого утра. Да, ребят? Ага, гляньте на него. Давай, иди кушай. Больше всех возмущался. Угу. Молодцы, приятного вам аппетита. Кушайте, мои хорошие, кушайте, да. Надо вкусненько покушать обязательно. Ай, какие у меня красавчики. Красавицы, красавчики. Скоро боцман тоже уедет к новой маме. Ну, мама ему даст уже новое имя. Это у нас он пока боцман. А там уже новая мамка ему даст, само собой, то имя, которое уже им нравится, которое они для него уже придумали. Да, боцман? Угу. Ой, пошел, пошел, деловой. Ой, деловой, ой, ты, боже мой. Иди сюда, иди есть давай. Иди, сейчас мамка все съест. Боцман, давай, 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 давай. Ой, ты, боже мой. Ну, красавчик папин. Папин мальчик. А вы не доели. Почему не доели? Давай доедаем. Давай надо быстренько доесть, чтобы не пропало. Сейчас выглянет сильное солнце и все пропадет. Так что давай, быстренько кушаем. Зефирка. Вон, посмотри на Люсю, как Люся уплетает. Давай, кушаем. О, Люся. Боцман, ай ти возьму. Ой, ти возьму. Ой, ти халёси, боцман. Где он? Где боцман? Поймаю боцмана, поймаю. Ай, это ревнушка, ай, это ревнушка. Поймаю боцмана, поймаю. Давай, давай, бегаем, бегаем, бегаем. Ай, ти боже мой. Ой, ти красавчик. Ой, маменький сыночек. Кто у нас мамин сыночек? Кто у нас мамин сыночек? Вот, вот. Ну, лодись. Съем тебя, съем, съем, просто съем тебя. А, молодец, вот так, боцман, молодец. Красавчик, парень, красавчик. Барханчик, друзья мои, барханчику, значит, тоже на завтрак положил, но ему не творог с кефиром положил, ребят, а барханчику дал, значит, паштет с творогом. Барханчику так будет вкуснее, да. Ну, малышам тоже, как бы, паштет, но просто паштет оставил для бархана, а малышам просто пока дал именно кефир с творожком,
и мамочкам хорошо, и малышам. Ну, Бархан у нас уже парень большой, ему вот, чтобы и кальций, и вкусненько, это вот, значит, творожок с паштетом. Можно паштет с творожком. Да что, так давай, кушай, молодец. Вкусно, Бархан? Давай. Ну и, само собой, там его лекарства я сразу заложил. Там у него витмедин, там разные препаратки его. Молодец, папин лев, кушай, кушай. Приятного тебе аппетита. Это у него и вода с ведром бывает, и в чашечке вода. В общем, сюда ему еще поставлю тоже большой этот тазик. И будет прекрасно, да, мой друг? Друзья мои, а вот наш белый барон. Дай, дай, подержу, дай. У белого тоже паштетик. Там на его сладкий корм я добавил паштет. Ой, рассыпали, рассыпали. Ой, извини, не удержал тарелочку. Давай, сейчас я соберу. Так, сейчас соберу барончику, значит, его паштет. Давай, доедай. Нам нужно сейчас встать и выйти на улицу. Да, пописать нужно. Да, папа сейчас поможет встать. Да, и будем придерживать, либо... В автомобиль сядем, мы выйдем. Так, у нас тут ЧП, друзья мои. Ну давай, пока это доедешь, я сейчас соберу все, соберу. Соберу все, соберу. Барон всех обнимает и всем передает гигантские приветы. Да, мой друг? Да, ой, ты красавчик, папень. Давай, давай, доедай, давай. Будем, значит, вставать. Угу. Ага, он решил так доесть. Эй, хулиган. А, слушай, у тебя отлично получилось, мой друг. Давай, вот так, какой бантик у нас здесь красивый. Давай, не, давай, вот, вот, вот так, да, это оставь уже, это я сейчас протру тебе. Ты, главное, вот это доешь, там рыбий жир там у тебя, он, видишь, я ему туда, ребят, добавил еще рыбий жир. Он вчера чуть корма своего на ужине ставил, туда добавил рыбий жир и паштет. Вот молодец. Молодец, красавчик, папин. Давай, кушай. Кушай, и потихонечку выйдем, пописаем, покакаем. Я здесь протру тебе пол. Линолеум очень шикарная вещь получилась. Пока держится, друзья мои, пока держится. Ой, ты мой мальчик маленький, мой мальчик, так за ушком почешу. Вот так подписчики просили тебя за ушком почесать, вот так. Ой, ты белый медвежонок, какой у папы, да? Вот так он здоровается, белый медвежонок. Зяенька, папин, зяенька, все у нас будет хорошо, да? Все будет хорошо. Давайте, ребят, сейчас он доест, и буду заниматься белым бароном, мне надо его... Значит, поднять, выгулять, да, чтобы он пописал, убрать ему. Давай, доедай, это жалко. Давай. Ну, он, видите, он хочет общения, он хочет с вами пообщаться. Даже вот Бархан, допустим, ему лишь бы покушать. А барончик, видите, решил, значит, приостановить трапезу и с вами пообщаться. Ребят, ставим нашему большому другу лайки, подписывайтесь и пишите добрые комментарии. И, конечно же, не забывайте поддерживать нашего большого друга и остальную стаю. Быть добру! С вами, как всегда, пушистый санаторий и ваш любимый осланчик, барончик, барханчик. Все, ребят, увидимся. Я быстренько позанимаюсь домашними делами, бароном. Остальные, вы спрашиваете, где остальные? Они, как обычно, спят. Сейчас покажу. Видите, ребят, все спят. Утром все спят. Сегодня даже Вика еще не купалась. А может, купалась, может, я не заметил. А так вот, все спят. Все у нас в соне. Ну что, наелись все? Ну и молодцы, что наелись, красавчики. Ну ладно, ребят, всем до новых встреч. Быть добру, иначе нельзя.